Она была актриса, а он простой полярник, и каждому понятно, из этой мэйты обычно не выходит ни тортик, ни пряник. Дай бог, чтоб все утихло и не стряслось беды. Тем более, что оба давно уж не свободны, и он всегда в разъездах, она всегда с другим. А наставления мамы есть вовсе непригодны, закон стихийных бедствий пока не объясним. Причем большие чувства не в радость, если дети, гулянье с собакой, и все труднее врать. Зачем они приходят, никто вам не ответит, но все уж получилось, и чтоб теперь гадать. Итак, он спал на льдинах, она в Москве играла, с подружкой выпивала, которая поет. Но все это лишь краем, а в целом ожидала, и не было другого занятия у нее. А он все ждал, что север, разлука и морозы замелят ненормальный желаний карнавал. Нет, прямо с самолета он покупал ей розы и мчался на спектакль хотя бы на финал. И на цветном бульваре, бессовестно целуясь, они встречаться стали все реже, а потом лишь изредка звонили, по-прежнему волнуясь, чтоб кто-то не услышал о ней или о нем. А дальше все по кругу, развод в суде районном, и нет ложка маме, и поиски жилья. Потом опять на время покой в быту законном, гуляние с собакой и крепкая семья. Потом гастроли в Ялте, купание ночами и встреча с гитаристом одним из Трусковца. Подружкина квартира, история с ключами, полярника, догадки, и это без конца.